Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом видеообзоре хочу показать и рассказать вам вот такие вот такое клещи. Unit UP201. Самая, наверное, топовая по продажам модель юнита, сочетающая в себе качество и сходную цену. Вот. Клещи очень удобны, на этом хочу акцентировать свое внимание. Вот вы видите, как я их держу, то есть у них удобный размер для захвата, в руке лежат удобно. Все органы управления находятся под рукой, не надо дополнительных движений руками делать. Вот. Раскрытие клещей под указательным пальцем, выбор пределов под большим пальцем. Выбор пределов диапазонов автоматически у этих клещей, поэтому тут не надо думать над тем, сколько вольт или сколько ампер вы измеряете. Теперь, собственно говоря, что клещи эти умеют. Умеют они мерить переменное постоянное напряжение, сопротивление. Есть у них диодные тесты и звуковая прозвонка. Ну и, собственно говоря, сам измеритель тока, измеритель переменного тока только здесь, потому что модель как бы самая младшая из этой серии. Но тем не менее. Значит, меряет он ток до 400 ампер, напряжение переменного постоянного тока до 600 вольт и 20 мегаом сопротивления. Показать, как он работает, я вам, к сожалению, не могу. Могу только проверить с его помощью, с помощью этого прибора напряжение. Чем мы сейчас и займемся. Вот в комплекте с ним, с клещами, идет вот такая вот веревочка, чтобы клещи не падали, и щупы. Все это располагается в приятной на ощупь тканевой такой сумочке, в ней множество карманчиков. Можно что-то положить еще. Так, разворачиваем щупы. Щупы, как и у всех приборов торговой марки Unit, выше всяческих похвал. Очень качественные, очень удобные, длинные. Выбираем постоянное напряжение. И снимаем. Клещи показывают 10,5 вольт. Если мы, допустим, немножко подкрутим прибор, прибор нам пускай покажет 15 вольт, 15 с хвостиком, очень тубы не очень удобно. Вот. И клещи нам показывают те же 15 вольт. То есть вот достаточно крутой прибор. Теперь режим прозвонки надо включать руками. То есть, вот, вы видите, я сейчас пробую, ничего не происходит. Для того, чтобы была звуковая прозвонка, надо кнопочкой выбора выбрать режим прозвонки. И мы получаем такой вот результат. Также клещи обладают кнопкой фиксации максимального значения. То есть, это если у вас значение напряжения, тока или еще чего-то постоянно колеблется, вы нажатием вот этой кнопочки можете зафиксировать максимальное значение из показанных. Также есть кнопка Hold, то есть удержание показаний, если неудобно в текущий момент просто смотреть. Кнопка находится, как и все органы управления клещами, удобно, под большим пальцем. То есть вы просто нажимаете кнопочку, данные зафиксировали, и потом в любой удобный момент вы посмотрели и как бы и что-то сделали. Вот и все. О данном, можно сказать, замечательном продукте Юни. Более детальную информацию вы можете получить у нас на сайте electronov.com.ua. Заходите, обращайтесь. Всегда рады вас видеть.